Хикма Ядуб еще несколько лет назад работала адвокатом в Судане, но была вынуждена бежать из страны. Теперь живет в Великобритании. Сейчас обучает своему родному арабскому языку британского студента. Эта работа для Хикмы первая с тех пор, как она стала беженкой. Получить ее женщина смогла благодаря новому стартапу под названием Chatterbox. Проект помогает трудоустроиться мигрантам с высшим образованием. Идея принадлежит Мурсале Хидаят из семьи афганских беженцев. Ее мать, по профессии инженер-строитель, также не могла найти работу. В конце концов, она трудоустроилась именно благодаря знанию собственного языка. Ее жизнь в Великобритании была наполнена разочарованиями. Она была очень огорчена, поскольку не могла работать по своей специальности. А ведь этой профессии она посвятила жизнь. Стартап поддержал Лондонский университет. Он первым взял на работу мигрантов. Они обучают своим языкам студентов, бизнесменов и других желающих расширить знания. Проект уже помог трудоустроиться более 30 мигрантам. Они преподают арабский, корейский, суахили и фарси. Говорят, работа дарит им чувство собственного достоинства, которое теряется, когда становишься беженцем. Мурсала надеется, что стартап поддержит и другие университеты.